Посмотрим, кто ты. Что это было? Это был сон. Господин президент, это я. Нейтан. Мэлоун. Нейтан? Да, и Брэд. Это я, господин президент. Включи автомат. Я. Что я здесь делаю? Ну, сэр, именно это мы и пришли выяснить. Я... Мне показалось, что я увидел здесь кого-то. Сэр, это... Это невозможно. Если бы кто-то нарушил периметр, мы бы знали. Может быть, это снова один из ваших снов? Да, но... Но это было и на самом деле. Я выглянул в окно. И там кто-то был. Мне очень жаль, парни. Я подниму. Я вернусь в дом. Хорошо, сэр. Нет, нет. Я в порядке. Простите, парни. Нам следует убедиться, что в доме больше нет боевых патронов. Нет, нет, не делай этого. Я давал присягу. Принять пулю за него, а не от него. Да, и с ним все будет в порядке, так? Он был таким, когда был на посту? Нет, нет, вовсе нет. Нужно позвонить мистеру Барнсу. Господин президент, вы должны принять решение, сэр. Последние 5 недель разведка отслеживала ход строительства этой лаборатории в Астовии. Сейчас она опасно близко к завершению. Мы уверены в этом, Джаспер? Нет, сэр, не уверены. Отчеты предполагают, что лаборатория с этих снимков будет полностью готова через 48 часов, сэр. Они предполагают, они не подтверждают. Пока вы ждете подтверждения, Астовия получает расщепляющийся уран, если отчет верен. Это большое «если», да? Да, сэр, но мы считаем, что отчеты верны.
Мы также считаем, что те, чьи дочери в зоне конфликта, не должны участвовать в таком разговоре. Астовия приостановила все полеты в тот момент, когда это произошло. Она одна из сотен американцев, застрявших в стране. Еще один день. Это все, что я предлагаю, господин президент. Давайте сначала попробуем дипломатию. При всем уважении, сэр. Время дипломатии прошло. Нам нужен ответ сейчас. Идем или не идем? Если мы ошибаемся... Сэр, менее чем через 24 часа мы будем рассматривать совсем другое решение. Действуйте. Да, сэр. Спасибо. Брэд? Спасибо, что приехали так быстро. Конечно. Как он? Он... Посмотрите сами. Дамы и господа, сегодня мы решили предпринять военные действия в стране Астовия. Превентивный удар, основанный на данных разведки, которые указывают на то, что это государство-изгой находится на пороге создания ядерного потенциала. Мы попросили руководство Астовии впустить нас, чтобы убедиться, что наши отчеты не верны, но они отказались. Сэр. Уже сейчас, в момент моей речи, ВВС и сухопутные войска принимают меры. Да благословит нас всех Бог. И благослови Боже Соединенные Штаты Америки. Сэр, мистер Барнс здесь. Джаспер! Джаспер, как? Как ты, черт возьми? Я в порядке, сэр. Как Дженни? Все хорошо. Передает привет. Она заканчивает докторскую диссертацию. Вау, вот это да! Должно быть, ты очень гордишься. Вся в отца? Как вы, сэр? Ну, я знаю, что ты... Все забивают тебе голову мыслями, что я схожу с ума, но со мной все в порядке. Так вы смотрели старые речи? Я пишу мемуары, так что будет полезно вернуться и посмотреть некоторые из них, и ко мне придет человек, который поможет это организовать. И я только что добрался до той части, которая касается рейда. Вот. Все отчеты разведки указывали на то, что Астовия собиралась закончить лабораторию, которая позволила бы им перерабатывать оружейный уран. Поэтому я дал указание уничтожить лабораторию. Тяжелое время. Вы не могли знать, что эти отчеты были сфабрикованы. Но ты знал, Джаспер. Еще один день. Это все, что я предлагаю, господин президент. Давайте сначала попробуем дипломатию. Нет, это неправда. Я не знал, подлинные они или нет, поэтому хотел проверить их глубже. Советники могут позволить себе роскошь неопределенности. У вас не было такой роскоши, и вам пришлось принять решение. Ну так и... Что ты там услышал? Ну, пока только слухи о том, что происходит большой слив документов. И там было что-то об Астовии и рейде? Как я уже сказал, сэр, это всего лишь слухи. Ты не прикоснулся к своему бокалу. Ну, еще не совсем 11. Мне еще рановато. 11 утра? Да. Я думал... Сэр, агент Кахилл упомянул, что вам... Вам снились сны? Да, мне... Мне снились сны. Плохие сны. Но у меня также бывают моменты, когда я... В замешательстве. Прошлой ночью я оказался в сарае. Мне показалось, что я кого-то увидел, но был ли это сон? Это просто мой
Мой разум сыграл со мной злую шутку. Сэр, как вы думаете, может быть, вам стоит поговорить с кем-то? Джаспер, ну, возможно, с кем-то вроде доктора Давроу. С Эллиотом. Господин президент, доктор Давроу. Господин президент, доктор Давроу. Я большой поклонник вашей работы с ветеранами. Спасибо, сэр. Мы ценим поддержку, которую вы нам оказали. Я прочитал вашу книгу. Очень впечатлило ваше понимание того, что те, кто ранен, иногда серьезно... Да? Те же люди, которыми были до травмы. Даже больше, так вы сказали. Это неплохая идея. Он меня очень утешал, когда я потерял Элеонору. Я все устрою. Привет, милый. Спасибо. Привет. Привет. Как обычно? Я настолько предсказуем? Ну, я работаю здесь не первый день, а ты не заказывал ничего, кроме негазированной воды и лосося на гриле. Сегодня я гуляю. Мне пиво и лосося на гриле. Пиво выбери сама. А ты бунтарь. Оглянись. Кто-то тебя разглядывает. Рэйчел. Привет, Эллиот. Раб привычки, да. Что он заказал? Лосося? Джейми, это моя... Моя бывшая жена Рэйчел. Что вам подать? Мне бокал вашего белого. Конечно. Боже мой. Что ты здесь делаешь? Ты на задании? Нет. На самом деле нет. Я здесь, чтобы помочь ему с его мемуарами. Ты ненавидела в нем все, если только ты не изменилась настолько сильно. Не изменилась. Но, как оказалось, мое имя было упомянуто, и Энрайт одобрил. И мой издатель, похоже, весьма впечатлен. И вот я здесь. Поверь, я не буду снисходительна к старику. Я не так уж изменилась, как и твоя одежда. Я ее постирал. Большой Дюк хочет увидеться с тобой. Пожалуйста, перезвони. Нужно ответить? Нет-нет. Это может подождать. Позволишь? Да, прошу. Пожалуйста. Спасибо. Твое здоровье. Твое здоровье. За сюрпризы. Значит, ты все еще здесь? Да. Птичка мне напела, что ты, возможно, снова переезжаешь в Нью-Йорк. Ну, я передумал. Я преподавал в Моррисвилле. В Моррисвилле? Да. Эллиот, правда? Как бы это на один шаг выше, чем общественный колледж? Нет, мне нравится. Ты мог бы работать где захочешь. Ты преподаешь не потому, что тебе это нравится, а потому что прячешься. Ты 3 года только и говорил, как уедешь отсюда. Джейми? Да. Чек. Прости. Нет, нет. Тебе не за что извиняться. Ты помнишь, что сказала прямо перед тем, как ушла в последний раз? Ты сказала, что мое место здесь, вместе с остальными окаменелостями. Эллиот. Удачи с книгой. Спасибо. Они все сумасшедшие, никакой разницы. Могу я увидеть меню, да? Они все тебе лгут. Консерватор, либерал. Между ними нет разницы. Ты должен открыть глаза, друг мой. Хотя, если подумать, сдачи не надо. Спасибо, спасибо.
Ты не отвечал? Ну, на то есть причина. Президент попросил тебя. Брэд, я ему и так уделил больше отведенного мне времени. Ты очень нужен старику. Эллиот, господин президент, рад тебя видеть. Спасибо, что пришел. Конечно, сэр. Вы хорошо выглядите. Ты тоже. Давай немного прогуляемся. Да, сэр. Тут спокойно, правда? Красиво. Я разговариваю с Элеонорой, когда прихожу сюда. Не сомневаюсь, сэр. Я слышала о тебе и Рэйчел. Мне очень жаль. Да, это очень любезно с вашей стороны, сэр. Я только что видел ее в городе. Да? Могу я спросить? Вы собираетесь работать вместе, сэр? Это была моя идея. Ты знаешь, что никто не обвинит меня в том, что я снисходителен к себе? Нет, нет, сэр. Что касается моих обязанностей, ваши люди были расплывчаты в деталях. Могу я спросить вас, что происходит? Мне снятся кошмары, Эллиот. Ужасные. Расскажите мне о них. Ну, они всегда разные, но я их помню. Это необычно, потому что я многого не помню. Знаешь, я как бы подошел к этому моменту в жизни. Прошлой ночью мне снилось, что кто-то пытался убить меня в моей комнате. Накануне вечером я был в Астовии с отрядом спецназа, который мы отправили в рейд. А потом я оказался в больнице с выжившими. И я увидел раненых солдат. И я видел американских студентов по обмену. И дочь Джаспера тоже. С ней все будет в порядке, сэр. А потом я был в лесу, смотрел на свой дом. Я наблюдал за собой. А потом был кто-то другой, кто смотрел на меня. Кто-то, кто хотел мне навредить. Во всех моих снах я чувствую, что за мной наблюдают. На вас лежит большое бремя, сэр. Вы бывший президент. За вами всегда наблюдают. Сколько таких снов вам приснилось, сэр? Достаточно, чтобы напугать меня. Когда они начались? По-моему, около месяца назад. Вы помните, что произошло месяц назад, сэр? Вот ведь черт! Месяц назад Джаспер узнал, что могут слить документы об Астовии, которые выставят меня в плохом свете. Я не знаю, как это могло заставить меня выглядеть хуже, чем после первоначального разгрома, но мне снилась Астовия. И не раз. В этом и есть смысл. Но дело не всегда в Астовии. Единственная константа — это полоса деревьев и желание навредить мне. Эллиот, я боюсь. Я боюсь, что произойдет что-то плохое. Но, может быть, я еще больше боюсь, что ничего плохого не произойдет, и я просто схожу с ума. Важно помнить, что это всего лишь сны. Бояться нечего. Они не обязательно предсказывают будущее, но они рассказывают нам о нас самих. Что эти сны говорят обо мне? Ну, мы можем и дальше идти в лес, и мы увидим то, что увидим. Я не могу отойти слишком далеко от линии обзора.
моих телохранителей. Если я зайду в лес, мне придется объясняться, но ты можешь пойти? Хотите, чтобы я пошел, сэр? Да, я бы хотел. Господин президент, пришла мисс Доннелли. Она ожидает в кабинете. Спасибо, Нейтан. Разберись с этим, пожалуйста. Попробуй найти что-то, что докажет, что я не сошел с ума. Верните его, черт! Не удалось. Просто дай пас. Будет так же, как в прошлый раз? Привет, Брэд. Как ты? В порядке. Как вы счет? Кливленд уступает Торонто на 20 очков. Ты фанат Кливленда? Нет, всегда Нью-Йорк, друг мой. Но я поставил несколько баксов, чтобы было интереснее. Здесь можно убить много времени. Ну... Раньше можно было. Большой Дюк в последнее время сам не свой. Все еще называете его так? У всех наших покровителей свои имена. Мне нравится Большой Дюк. Он напоминает мне о героизме, который когда-то был в нашей стране. Я так понимаю, ты не поздороваться зашел. Что такое? Я нашел кое-что. Не мог бы ты выйти и посмотреть? Да, конечно. Спасибо. Это что-то вроде скратка из тех, что используют для охоты на уток. Все ветки опущены. Лежишь здесь, видишь прямиком главный дом. Но никто тебя не видит. Все листья были чем-то примяты. Ну, это мог быть олень. Понимаешь? Приходит сюда, ложится время от времени, просовывает голову, смотрит. Это была моя первая мысль. Только, насколько я знаю, олени такое не пьют. Когда я был младенцем, мой отец ушел воевать на Вторую мировую войну. Он особо не рассказывал об этом. Он служил на флоте. Единственное, что он говорил, было: «Ребятам из пехоты пришлось гораздо тяжелее, чем мне». Но я знаю, что он видел бой. Видел, как умирают люди. И как-то я спросил его: «Папа, как ты с этим справился? Как кто-то справляется с такими вещами?» И я никогда не забуду, что он сказал. Блюй на ботинки, сри в штаны. Это не позорно, просто делай свою работу и не подведи окружающих тебя людей. Отличное заявление, да, сэр? Вот какими они были. По-моему, именно об этом должна быть эта книга. Вот о чем должна быть моя жизнь. Делай свою работу и не подведи окружающих тебя людей. Вот кем я всегда старался быть. Я должна сказать, сэр, я была немного удивлена, когда вы попросили работать с вами. Полагаю, вы видели мои статьи в пост. На протяжении многих лет, ну, я была не особо добра к вам, сэр. Ну, я немного узнал тебя с Эллиотом. Не то чтобы мы вдавались в подробности, это ваше дело. Но я думаю, что я видел, кем ты была. И мне не нужен был кто-то, чьей целью было заставить меня хорошо выглядеть. У тебя острый ум. Ты бросишь мне вызов. Ты будешь задавать трудные вопросы, и, возможно, благодаря этому влиянию мы придем к чему-то, что будет ближе к истине и будет иметь ценность в будущем. Я это обдумал. Это было не праздное решение, знаешь ли.
Я не пристрелю тебя. Надеюсь, что нет. Оно принадлежало моему отцу. Это молодая Элеонора? Она всегда была очень внимательна к людям. И всегда улыбалась. Всегда будь позитивным, говорила она. Всегда будь позитивным. Никто не любит негатив. Да, такой она была. Моя истинная любовь. Привет. Агент Кейхилл. Чем могу помочь? Мы расследуем вероятность проникновения. Мы нашли ее в лесу за главным домом. Что ты можешь нам сказать? Джимми! Да, дядя Билл? Он идиот. Сын моей сестры. Я об этом позабочусь, хорошо? Ты знаешь, я люблю тебя, Билл. Но не нужно сорить на территории. Спасибо. Что? У меня около 30 глав. Там много всего, что тебе не понадобится, но ты взгляни на них. Увидимся через пару дней. Перемирие. Перемирие. Эллиот, сэр. Рэйчел. Этого более чем достаточно. У меня есть все, что мне нужно. Агент Мэлоун очень любезно предложил мне провести экскурсию. Не буду заставлять его ждать. Это все я забираю с собой. Увидимся через несколько дней, господин президент. Всего хорошего. Эллиот. Рэйчел. Спасибо. Ну, что-то нашел? Хоть что-то? Ну, честно говоря, сэр, особо ничего. Выброшенная банка энергетика. Энергетик? Это все, что ты нашел? Я не уверен. Есть местечко. Углубление в земле. Возможно, это сделал человек. Но с такой же легкостью это мог сделать и олень. Я не придумываю. Я этого не говорил, сэр. Но ты так думаешь. Все так думают. Все. Джаспер, Мэлоун, Кейхилл. Все люди вокруг меня смотрели на меня так, будто я спять. Я не думаю, что это правда. Не говори мне, что есть правда. Я знаю, что я вижу. Я знаю, что чувствую. Я знаю, что там кто-то есть, кто-то, кто хочет схватить меня. И я не параноик. Я прав. Или кто-то пытается накачать меня. Доброй ночи, Эллиот. С вами все в порядке, сэр? Доброй ночи, сэр. Это ты работаешь с этим военным преступником? Прошу прощения. Ты знаешь, о чем я. Роберт Дуглас Уэнрайт, военный преступник. Видишь ли, это маленький город, и люди болтают, и все знают, почему ты здесь. Ты закончила? Потому что я бы хотела вернуться к ужину. Он военный преступник, а ты прислуживаешь ему. Ты в порядке? Да, нормально. Кажется, твой дружок до сих пор вызывает массу эмоций. Он не мой дружок, он мой пациент.
Я надеялся найти тебя здесь. Правда? Ну, либо тут, либо проезд. А я помню, что ты говорил о проезде. Что мимо него нужно проезжать. Как обычно? Можно мне меню? Конечно. Надо же. Мои сограждане-американцы, когда меня впервые избрали, мой предшественник оставил в столе резолют, записку с пожеланиями удачи. В этой записке он упомянул, что Белый дом может быть очень одиноким местом, хотя здесь полно людей. Мне потребовалось время, чтобы до конца понять, о чем он говорил, но сегодня... Я понимаю. Сегодня мы оплакиваем тех, кого потеряли. Военнослужащие были убиты или ранены. Гражданские лица оказались в центре войны, о которой они не просили. Любая гибель американцев трагична, особенно когда, оглядываясь назад, мы считаем, что этой трагедии можно было избежать. Люди, которых мы отправили в опасное место, которых я отправил в опасное место, заслуживают ответов. Все знают, что эти решения не принимаются в спешке или без понимания того, как они повлияют на семьи тех, кто служит, и мы будем расследовать любые провалы разведки. Но в конечном итоге ответственность лежит на мне. Господин президент, обсудим это позже. Господин президент, сэр, большое спасибо. Большое спасибо. Должна сказать, твой дружок, он обезоруживает. Прекращай, он не мой дружок, он мой пациент. И он может быть очень обаятельным, да. Хоть и безжалостным. Само собой. Знаешь ли, он был президентом. Можно вопрос? Да. Что происходит со стариком? Почему ты вернулся? Ты знаешь, я не могу об этом говорить. Да брось, Эллиот. Я не прошу тебя предать доверие. Просто интересно, чего старик позвал тебя назад. Мне предстоит провести с ним год своей жизни, и я думаю, что имею право знать. Ты когда-нибудь сдавала свой источник? Абсолютно никогда. Это то же самое. Неужели? И ты это знаешь, да? Я клинический психолог, и ты знаешь, я не могу об этом говорить. Как я уже сказала, я совсем не прошу тебя предать доверие. Это именно то, что ты делаешь. Не совсем. Послушай, Рэйчел, после того, как мы расстались, я понял, что ты была права насчет меня. Насколько я был сосредоточен на своей работе. Как я тащил ее домой. Как сильно это мешало. Ты была права по поводу всего. Но тут прав я. Вполне возможно, что в этом ты прав. Но ты все еще мудак. Спокойной ночи, дорогой. Почему? Почему я виноват? Ты преграждаешь мне путь. Потому что ты уходишь слишком рано. Слишком рано? Слишком рано, не поговорив со мной. Это обычно срабатывает? Всегда. Интересно, но я прошу тебя отойти. Эй! Ты еще кто такой? Хорошая машина. И чё? Красивая?
Может, мне засунуть телефон себе в зад? Ну, это было бы нападение. В молодости я бы подумал о том, что подраться с тобой. Но давай подумаем. Твой номер уже в облаке. Так что после того, как тебя арестуют, а тебя арестуют, ты закончишь со значительными судебными издержками и штрафами и вполне реальной возможностью попасть в тюрьму, потому что я уверен, что ты не потянешь адвоката, что побьет моего. А когда она закончит, все, что ты будешь делать с этим прекрасным маслкаром, это махать ему рукой, когда я проезжаю мимо. Герой. Да, бываю иногда. Послушай, Рэйчел, я не хочу ссориться каждый раз, когда мы видимся. Правда? Потому что это так весело. Не для меня. И не для меня. Хочешь зайти ко мне на пару бокалов? И мы могли бы обсудить условия нашего прекращения огня. Ну, давай. Нет, позволь прояснить. То есть ты на самом деле говоришь мне, что думаешь, что мог бы уделать этого парня? Нет. Он же огромный. Нет. У него мог быть нож. А мог быть пистолет, или... Он из тех хулиганов, которые отступают, как только им бросают вызов. Правда? Я был уверен, что он не собирается меня ударить или застрелить. Ты был уверен? Ну, довольно-таки. Более-менее. Да. Несмотря на это, ты был очень смелым, хоть и немного безумным. Сегодня мы решили предпринять военные действия в стране Астове. Любая гибель американцев трагична. Мы считаем, что этой трагедии можно было избежать. Люди, которых мы отправили на произвол судьбы, заслуживают ответа. Все знают, что эти решения не принимаются в спешке или без понимания того, как это повлияет на семьи тех, кто служит. И мы будем расследовать любые провалы разведки. Но в конечном итоге, когда меня впервые избрали, мой предшественник оставил записку на столе. Резолюция. Воздушные и наземные войска уже действуют. В этой записке он упомянул, что Белый дом может быть очень одиноким местом, хотя здесь полно людей. Я понимаю. Да благословит нас. Я понимаю. И да благословит Бог Соединенные Штаты. Хорошая квартирка. Правда? Сколько ты платишь? Без понятия. Издательство нашло ее. Это была часть наживки, чтобы убедить меня отказаться от года своей жизни ради этого проекта. Один из многих пунктов, который просто, возможно, перевесил чашу весов. Тебе принести еще? Нет, мне еще за руль. Ну, тебе не обязательно ехать. Если не хочешь. Сэр, вы в порядке? Нет. Нет, это не проблема. Скоро буду. Ах,
Ну, возможно, тебе придется сесть за руль. Он на кухне. Спасибо. Эллиот, спасибо тебе, что приехала. Спасибо. Так как же он выглядел? Можете описать его? Ну, он был одет в камуфляж и оранжевый жилет. Как любой из тысячи охотников в этом уголке леса. А что насчет лица? Я его не вижу. Я никогда его не вижу. Что это значит? Нам нужно рассматривать сны в целом. Вы сказали, они начались, когда вы услышали слух про слив. Я так сказал? Да, верно. И многие из ваших снов связаны со Стовией. Сегодня вы были в Астовии и за вами охотились. Будто прошлое охотится за мной. Да, продолжайте. И раз... Раз я понятия не имею, что там будет слито, то, что за мной охотится, неизвестно. Неизвестный или безликий. Верно, в точку. Да, это имеет смысл. Нам нужно продолжать работать над этим и докопаться до сути. Ты очень хорош в этом. Спасибо, Эллиот. Мы добиваемся прогресса. Знаешь, Эллиот, я видел, как вы с Рэйчел смотрели друг на друга сегодня утром. И что вы заметили, господин президент? Ну, могу сказать тебе одно. Из своего долгого жизненного опыта, доктор, будешь стоять в стороне слишком долго, игра закончится. Привет. Ты в порядке? Я еду. Знаешь, который час? Доброе утро. Кофе. Черный, без сахара. Не то чтобы я не рад получить бесплатную чашку кофе, но... Что происходит? Сегодня утром я получила письмо, анонимное. Можно? Да. С зашифрованного аккаунта, содержащее файл, который, как сказано в письме, будет отправлен в ближайшие 48 часов. Отправитель, кем бы он ни был, сказал, что выбрал меня, потому что я работаю с Уэнрайтом. Возможно, мы не обнаружили ядерное оружие в Астовии, но мы чертовски уверены, что осуществили смену режима. Генерал Радинов. Господин президент, генерал Радинов на телефоне. Что ж, мне нужно ответить. Помню, как президент разговаривал с ним по телефону. Генерал Радинов! Согласно этому, именно транснациональная компания Burton Group убедила Уэнрайта поддержать Радинова. Как только он прибыл, генерал пригласил компанию Burton Group управлять нефтяной инфраструктурой страны. Они заработали миллиарды, как и генерал, который неизвестен как блюститель прав человека. Здесь сказано, что 4 человека в совете директоров Бёртон – друзья Уэйнрайта. Выглядит не очень, Эллиот. Предупреди его. Я отправила копию тебе на почту. Почему ты не раскроешь эту историю? Потому что, несмотря на наши разные политические взгляды, мне даже начал нравиться этот человек.
Наслаждайся кофе. Я знаю, где выход. Рэйчел, вчера вечером... Знаешь, вчера... Я пойду. Рэйчел. Доброе утро, сэр. Доброе утро, парни. Прекрасный день, не правда ли? Да, безусловно. Доброе утро. Так, небольшой завтрак. Доброе утро. Привет, ты думал, я про тебя забыл? Думал, я про тебя забыл? Держи. Нет, ни за что. Какой прекрасный день. Какой же денек. Куда он помчался? Что происходит? Большой дюк покинул территорию. Давай за квадриком. Быстро! Там, сукин сын! Прикрывай меня. Господин президент! Что это? МРЕ? Сэр? Сэр, с вами все в порядке? Вы видели его? Он был вон там. Кто? Мэлоун. Да. Вы в порядке? Я упал со своей чертовой лошади. Так, давайте встанем. Хорошо. Нужно позвать врача. Мы... Не волнуйтесь об этом. Просто найдите его. Найдите ублюдка. Дайте мне ружье. Я как раз собирался позвонить. Что случилось? Все плохо. Скоро станет намного хуже. О чем ты говоришь? Я переслал тебе письмо, которое Рэйчел Доннелли получила сегодня утром. Это копия утечки. Предупреждаю, тебе это не понравится. Я проведаю президента. Thanks, Doc. Здравствуйте. Эллиот. У Авраама Линкольна был близкий друг, человек по имени Уорд Хилл Лемон. Линкольн доверял ему, доверял полностью. Позволите? Ты меня слушаешь? Да, слушаю.
Итак, Линкольн сказал Лемону, что ему снятся эти сны. Он утверждал, что видел собственную смерть. Люди плачут над его гробом после того, как его застрелили. Президенту Линкольну снились сны. Мне снятся сны. Всем снятся сны. Но не такие, как мне. Не такие, Эллиот. Я слышал, у вас сегодня был тяжелый день. Я видел его. Кого видели? А ты как думаешь? Ублюдка, который следит за мной. Он был там. Я был в сарае. Я увидел какое-то движение за линией деревьев. Вы пытались найти его? Да, пытался. И я видел его. Он был там. Но он был ко мне спиной, а потом исчез в лесу. Ты мне не веришь, да? Вот. Я нашел это в лесу. Сухой паёк, верно? Видишь? Разузнай для меня, ладно? Хорошо. Возможно, сейчас не лучший момент, сэр. Но я должен вам сказать, что история с утечкой начнет развиваться завтра или на днях. Все плохо. У мистера Барнса есть информация. Мне плевать. Ты это записываешь? Потому что я хочу записать это. Я хочу, чтобы люди знали, что я знал, через что он проходил. И со мной было так же, на случай, если со мной что-нибудь случится. Сегодня мы решили предпринять военные действия в стране Астовия. Превентивный удар по данным разведки. Время дипломатии прошло. Нам нужен ответ сейчас. Действуйте. Любая гибель американцев трагична. Отчеты предполагают, что лаборатория с этих снимков будет работоспособна. Мы считаем, что этой трагедии можно было избежать. Люди, которых мы отправили на произвол судьбы, заслуживают ответов. Все знают, что эти решения не принимаются в спешке или без понимания того, как это повлияет на семьи тех, кто служит. Можно было бы избежать. Люди, которых мы отправили на произвол судьбы, заслуживают ответа. Все знают, что эти решения они не принимаются в спешке. Превентивный удар. Это государство-изгой находится на грани развития ядерного потенциала. Воздушные и наземные войска уже действуют. Боже, благослови нас всех. И Боже, благослови Соединенные Штаты Америки. Есть такая штука. Называется телефон. Прости, Эллиот. Он настоял. Вы в порядке? Очередной сон? Самый худший. Что случилось? Я знаю. Его лицо. Оно было ужасным. Страшным. Каким образом? Я не знаю. Я видел его лицо. Я знаю, что видел. Но сейчас не могу его вспомнить. Почему я не могу вспомнить его сейчас? Это был сон. Имейте терпение. В конце концов, все это придет к вам. Мистер Барнс говорил с вами о файле, который получила Рэйчел? Только что все плохо. Возможно, это и есть толчок к этому конкретному сну. Я понимаю, как выгляжу. Все. Отвези его домой и уложи спать. У него есть снотворное. Пусть выпьет одну таблетку, но никакого алкоголя. Кто-то должен в этом убедиться. Понял. Он дал мне это. Сказал, что нашел ее в лесу, когда упал с лошади. Надо было сразу передать ее мне. Знаю. Он попросил сохранить это в тайне. Прости. Я понимаю, но в будущем, если он тебе что-нибудь даст, что-нибудь скажет, ты должен прийти ко мне. Да.
кажется, будто кто-то пытается свести его с ума. Может быть, тот файл, который ты передал мистеру Барнсу, тот с грифом «Секретно». Где твоя жена взяла его? Моя бывшая жена. Откуда она его взяла? Он был зашифрован, и даже если бы это было не так, с этической точки зрения, она бы тебе не сказала. Ты предполагаешь, что Рэйчел как-то связана с этим? Я ничего не предполагаю. Просто с начала истории с утечкой он стал сам не свой. Рэйчел не любила президента, когда он был у власти. И теперь внезапно она появляется с файлом. Как минимум, тут есть над чем подумать. Я проверю это завтра. Да, я завтра заеду и проведу его. Спасибо. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Как он сегодня? Ему вроде как лучше. Он был на ногах, но сейчас отдыхает. Это хорошо. Я проведаю его позже. Тебе удалось проверить находку президента? Сухпайок? Да. Нужно его успокоить. Я проверил. Оказывается, Джимми, племянник-идиот, любит притворяться, что он солдат. И он ест их на обед. Да. Если ты не против, не мог бы ты сохранить это в тайне? Билл мой друг, и ему нужна работа. Да, хорошо. Спасибо. Еще увидимся. Это уж точно. Привет. Значит, сегодня на обед не сухпайок, Джимми? Чего? Сухпайка нет? Сухпайок? Ты про армейское дерьмо? Зачем мне это дерьмо, если есть реальная еда? Что не так? Ничего. Значит, армейское дерьмо не ешь. Чувак, если бы моя мама не заставила меня пойти на эту работу, я бы отрастил волосы до задницы и курил травку целый день, понимаешь? Мне приходится ссать для анализов, только чтобы постричь газон. Ясно. Ну, до встречи. Береги себя, Джимми. Я не знаю точно, что происходит, но как-то не складывается. Президент прав. В этом лесу определенно что-то есть. Откуда он может знать? Он чувствует. Это инстинкт, оставшийся с тех пор, как мы были добычей животных, которые хотели нас съесть. Ты когда-нибудь чувствовала, что за тобой наблюдают через всю комнату, и бум, кто-то смотрит на тебя? К сожалению. Именно это и чувствовал президент. Это указывает на нечто более глубокое. Но вот уже несколько недель за ним кто-то наблюдает. Его сны пытались обработать это. Но как они могут обойти всю эту охрану? Я не знаю. Я смотрела комплекс. Командный пункт завален сотрудниками службы безопасности. Датчики движения, камеры видеонаблюдения. Может быть, это кто-то, кто знает слепые зоны? Знаешь, во время моей экскурсии агент Мэлоун сказал мне, что эти камеры работают круглосуточно и без выходных, а на жестких дисках всегда есть резервные копии. Мне это не понравится, да? Возможно, нет. Нам нужно пойти туда и скопировать эти данные. Это то, что мы хотим увидеть. Пасуй, пасуй. Ну давай. Вверх, 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 вверх. Бум, бум. Так держать. Да. Привет. Привет. Эта игра совсем не похожа на ту, что была неделю назад.
Привет, мальчики. Миссис Доннелли. Зови меня Рэйчел. Чем можем помочь, Рэйчел? Я просто хотела сделать пару фоток. Что-нибудь неформальное для книги. С тобой тоже, Нейтан. Ты же знаешь, я ненавижу, когда меня фотографирует Рэйчел. Но я сделаю это. Сделаю. Для тебя. Да? Хорошо. Давай. Спасибо. Спасибо. Так, может быть, здесь? Так, парни, это ваш момент голубой стали. Вот так? Идеально. А может, что-то в стиле службы безопасности? Ну, там рация, так. ЦРУ. Подвинемся? Нет, подожди, подожди. Руки на плечи друг другу. Так сказать, небольшой момент братьев по оружию. Супер. Давайте плотнее. Хорошо. Немного профиля. Линия подбородка. Просто красота, парни. Хорошо. Получилось? Думаю, отлично вышло. Спасибо. Спасибо, Рэйчел. Просто великолепно. Великолепно. Думаешь, они снова вместе? Надеюсь, что так. Они кажутся счастливыми. Президент сказал, что это началось около месяца назад. Я искала файлы, которым где-то 5 недель. Кажется, нашла что-то интересное. Смотри. Итак, это Кэхилл. 7:27 утра. 7:25. 7:26. Чувак, пунктуален. Так... А посмотри на это. В записи есть пробел. Странно, правда? Должно быть какое-то объяснение. Нехорошее. Ни одну из этих копий нельзя редактировать. Ну, значит, кто-то вмешался. Кому мы это отдадим? Нейтану Мэлоуну. Ты доверяешь ему? Да, полностью. Сегодня он дежурит. Не Кахилл. Привет, Нейт. Это Кэхилл. Ты с Большим Дюком? Так, точно. Хорошо, я в лес и кое-что проверю. Ожидай моего ответа через 20 минут. Понял. Какого хера ты здесь делаешь? Уберешь эту штуку, придурок? Хочешь?
Нет, не хочу. Хочу, чтобы ты вел себя как профессионал. Черт возьми, что это значит? Скажешь мне, что это такое? Я был голоден, и мы нашли банку прямо возле дома. Аккуратнее. Ну и что? Кто-то нашел банку. Кому он ее показал? Тебе? Ты провел расследование, и все было хорошо. Что произошло вчера? Старик был именно там, где нам нужно было. Почему ты не прикончил его? Потому что я слышал, как вы кричали. Весь смысл был в том, чтобы выставить это самоубийством. Я не могу вечно прикрывать тебя. Пора успокоить старика, как ты и сказал. Он заслужил это за то, что ты сделал с этой страной. Придумай, как увести этого парня в лес так, чтобы никто об этом не узнал. Об остальном я позабочусь. Хорошо. Почему ты оставила меня так скоро? Ну, ты видела меня в наилучшей форме. Я тут разваливаюсь. Поговори со мной, милая. Знаешь, когда мне очень спокойно, я пытаюсь поговорить с тобой. Я слушаю. И все, что я слышу, это твои шуточки. Помнишь шутку о трех марионетках, которую ты рассказала при знакомстве? Да, думаю, именно поэтому я влюбился в тебя. Да, будь позитивным. Как мне это сделать? Может, просто и дальше говорить с тобой? Я так по тебе скучаю. Это странно. Где охрана? Ты иди к президенту, а я найду Мэлоуна. И скоро увидимся. Рэйчел! Господин президент, сэр. Что ты тут делаешь? У меня нет времени объяснять, но ваша жизнь может быть в опасности. Так это реально? Да? Почему сегодня так тихо? Где весь персонал? В школе большая игра плей-офф. Мы дали нескольким людям выходной. Эй! Есть кто? Нейтан? Нейтан! Эллиот сказал, что нам нужно найти самое безопасное место в доме. Где Эллиот? Пошел искать Мэлоуна. Нейтана? Позволите? Сегодня не Нейтан на дежурстве, а Кэхилл. Линию перерезали. Нейтан? Я храню это для своих внуков. Держи. Он принадлежал моей жене. Я правда не умею им пользоваться, сэр. Просто направляешь и стреляешь. Пока отложи его. Если момент настанет, то будешь знать, что делать. Не стоило тебе приходить, Эллиот. Эй.
Это просто нечто, да? Невероятно, на что способен. Огонь. Мы решили, что он покончит с собой в сарае. А теперь все пошло по одному месту. Иди сюда. Иди сюда. Ты что творишь, Брэд? Ты из секретной службы. Залезай. Залезай. Ладно. План Б. Мы убьем Уэйнрайта. Но теперь это дело рук этого психа. Недовольный бывший сотрудник, потерявший брак и карьеру. Может, бывшая жена, сучка из СМИ, вложила эту мысль в его голову. Что они могут сойтись, если грохнут Уэйнрайта? Думаешь, я тупой? Ты не собирался оставлять меня в живых. Как только я выполню свою задачу, ты меня уберешь. Я прав? Если мы представим это как самоубийство, ты похоронишь меня в безымянной могиле. Если нет, ты убьешь меня, скинешь вину на меня. А ты будешь выглядеть как чертов герой. Пошел нахрен! Пошел нахрен! Назад. Назад. И должно быть больно. Попробуй превратиться в картошку фри. Посмотри, как это тебе понравится. Подумай, каково это, когда тот, кто отправил тебя за фальшивой ядеркой, входит и сует тебе долбанную медаль. Ты был в Астовии. На задании. Верно. Они забрали мое тело и дали мне... Дали это чертово лицо. Побывал в госпитале для ветеранов и видел раненых солдат. Он не видел меня. Во всяком случае, не мое лицо. Ты безликий охотник. Я чертов Терри Магнуссон! И когда все закончится, люди узнают это имя. Терри. Терри, да? Вы долбаные мозгоправы. Вы думаете, что знаете все? Я могу тебе помочь. Я пролежал в больнице больше года. А когда вышел, психиатры пытались собрать меня воедино. Но единственное, чего я хотел, это то, чего они не могли мне дать. Мое лицо. Нет! Вот это чертовски больно. Господи, Эллиот, тебя подстрелили. Боже мой, ты в порядке? Ты же не станешь винить меня в этом, да? Не говори глупости. У тебя пуля в ноге. И почему виноват в этом я? О, Господи, все хорошо. С тобой все хорошо, все хорошо. Прости. Надавливай. Там артерия. Все хорошо. Все хорошо. Эй. Боже мой. Джаспер, что ты здесь делаешь? Получил письмо, приехал поговорить. Что там? Я слышал выстрелы. Некогда. Нам нужна твоя помощь. Я позвонил в полицию, когда услышал выстрелы. Они скоро должны быть здесь. Ты позвонил в полицию? Странно, учитывая шифратор, который блокирует любой сигнал на территории. Да? Нет! Джаспер, что ты делаешь?
Я не понимаю. Конечно, ты не понимаешь, ведь ты разлагающийся, дряхлый, старый придурок. Почему бы тебе не сказать ему, в чем дело? Чья была идея поддержать Родинова? Джаспера. Генерал Родинов звонит, и нам нужно вылетать через 15 минут. Генерал Родинов! А кто пригласил Бёртон Групп? Сэр, Родинову можно доверять. Джаспер. Джаспер, я разбирался с провалом миссии, и я доверил тебе, Джаспер, что ты позаботишься обо всем. А если президент умрет, как только выйдет материал, никто не узнает о твоей роли в этом, верно? Мне просто нужна была смерть президента, прежде чем это всплывет. Тебе нужно было быть мертвым и опозоренным. И это именно то, чего ты заслуживаешь. Бросай оружие, Джаспер. Я так не думаю. Видите ли, я рассчитываю на то, что вы не хотите, чтобы кто-то еще умер. Не хотите больше крови на своих руках, потому что в прошлый раз вы очень плохо с этим справились, и вы уж точно не хотите увидеть ее мозги прямо сейчас. Так что бросайте свое оружие. Мой палец на спусковом крючке. Никто не придет, чтобы спасти вас. Сколько они тебе заплатили? Больше, чем можете представить. Но этого почти недостаточно, чтобы компенсировать то, что вы сделали с моей дочерью. Что я сделал с твоей дочерью? Ты говорил мне, что она в порядке. Передает привет, что она получает докторскую степень. Я спрашиваю тебя о ней каждый раз, когда вижу тебя. Вы спрашиваете о ней? Вы когда-нибудь заходили к ней? Посмотреть, что вы с ней сделали? Сначала попробуем дипломатию. Людей, чьи дочери находятся в зоне конфликта, не следует вовлекать в подобные разговоры. Она одна из сотен американцев, оказавшихся в ловушке в стране. Она уже много лет не выходила из своей комнаты. Я сделал это не ради денег. Я сделал это из мести. Брось его, Джаспер. Нужно было не только спрашивать о Дженни. Я должен был зайти к ней. Я должен был. Должен был проведать ее лично. Но Элеонора умерла, и я был в раздрае. Довольно долго. Как бы то ни было, мне искренне жаль. Я не могу! Я вызову скорую. В сарае есть спутниковый телефон. Продолжай давить на рану. Если ты умрешь, я тебе этого никогда не прощу. У Эванса был журнал. Смит, собери все эти материалы. Офицер Келли. Подготовь раствор. С ним будет все в порядке, мама. Он стабилен. Мы дадим вам минуту. Знаешь, тебя могли убить. Ты правда злишься на меня? Когда мне было 9, я упала с дерева и получила сотрясение мозга. Моя мама была так напугана, что кричала на меня. Я очень похожа на маму. Ты никогда не рассказывала мне эту историю. Еще много историй, которые я тебе не рассказала. Пока. Сэр. Что ж, я должен перед вами извиниться. Извиниться за что? За то, что сомневался в вас. Ты что, шутишь? Ты единственный, к кому я мог обратиться. Я опирался на тебя всю дорогу, и ты помог мне пройти через это. Спасибо, Эллиот. Пожалуйста. Думаю, теперь я понимаю. Что понимаешь? Делай свою работу.
И не подведи окружающих тебя людей. Именно. Когда пришло время, ты никого не подвела. Спасибо, сэр. Ладно, нам лучше отвезти его в больницу. Поехали? Давайте, парни. Давайте. До скорого. Ты не подвел окружающих тебя людей. Вы в порядке, сэр? В порядке ли я? Да, Нейтан. Я в порядке. Режиссер Джеймс Бэмфорд. Перевод и озвучивание выполнено студией Virus Project. «Земля теней». В фильме снимались Джон Войт, Мартин Чокаш, Рона Митра, Филипп Винчестер.